Чё подвязаешь? Не видишь, на обгон иду, блядь! Никакого уважения людей к броневику. Ты свой компенсатор можешь в гараж загнать. Если бы это была обычная компания, Рому бы вылетел через лобовое стекло вместе с Денчиком. И их морды бы оказались. Не, ну у нас есть пулемет. Давай. Кто есть? Пулемет. Так, что у нас осталось? Там, у нас осталось пулемет. Че за минуту? Какое жопа испытание? Это херлизм. Я начинал уже испытание. Фига себе ты. Самый ближний прыжок наземным драфтом. Зачем? Okay. Ребята, хват приглашение. Что такое, Дэн? Спецом мужика на капоте таскал. Увидишь. Была толстая блондинка. Паш, тебя ждем. Я загружаю. Ты с пинцем этого БЖК, что ты бог толстый бойц. А, стоп, сейчас дома. Готов. Я вообще-то запиваю. Вообще 24 на 7 в себя чай вливаю. Дэн. Ага. Ром. Дэн. Сейчас, секунду. 10 секунд. 5 секунд. Надо было на одной секунде нажать. Что там, маски, да? Ну давай тоже маски наденем. Я наоборот снять хотел. А я не могу. Стиль закрыт. Get going. If the intel we gained from the laptop and the lockbox was correct, Avon's team had the Khanjali stealth tank at the Black Ops test site in Grand Sonora. Peoples, this is a very dangerous weapon. In some very dangerous hand. We don't like any American have the stake. Particularly not. Вот ты сейчас специально мужика специально. Короче, на капоте повез. Или это опять было то, что было? Нет. Куда не гречат. Лысый. Или тишина. Окей. Я так и думал. Я просто решил проверить, насколько крепкая броня.
Кажется, что у них хорошо, мне всего одна скорость. Так тебе же их тут не переключать не надо, его. Ну, там с переключением все равно чуть скорость поднимет. Я же вижу, что мне сбежался. Это тоже было задумано, да? Я так понимаю. Что папки? Здорово. А вот все зенитные эти. Понял, был не прав, простите. Сзади, сзади. Не прикрой меня. А, они вообще за стеной. Забей. Вообще здесь есть инструмент. А в него можно сесть? Можно попробуй. Можно. Можно. Садись. И живей. Махмуд поджигай. Кадровое говно отсюда. Двигайся! Ау! Было больно. Сзади, сзади, сзади. Слева, слева. А, хром. Заехал внутрь. Нет, не сюда, а тот ангар, из которого мы были. Как я внутрь заеду? Тут грузовик, между прочим, стоит. Ну, нам его уничтожить надо. Пошу, Пашу, убери его, пожалуйста. Нам его уничтожить надо. Ты сейчас, Паша, вот и там. Там еще кучу надо уничтожить. Паш! Дебил! Что? Я тебе сказал, отведи его, а не уничтожь. Так Ян не может в него сесть. Ну ладно, тогда другой вопрос. Тогда извиняюсь. Сейчас я зайду, блин, с этой стороны. Ну, давай липучек не кидай, да и все. Зачем тратить твои деньги? Миссии на халяву насобирал. Сейчас подожди, Ром. Кто это сделал? Вам... На ту уже накидали. Садись. Брать не там. Был три наши. Так, разрешите я позеду танк. Как человек опытный. Чё там вести? А чё ты вылез? Чё там вести-то? Мы ещё не доехали. Так, я вообще сейчас сдох. Блять! Знаешь, что ты вылез? Опытный. Опытный. Разрешите, я сдохну как опытный. Там есть. Наглядно показал, что будет, если танкистов пехоту отправить. Он по привычке попрется, да? Почему нам эту машину дают постоянно? Предлагаю на ней же заехать. Чё, Паша, прикрывать будешь? Ну, кстати, да. Пахан переоденется. Так, я пришел гранату. Можешь чуть-чуть пройти вперед? Вперед.
Назад. 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 Да. У меня в глаза посмотрел. Ну что, мы не пришли. Паша едет с нами. Как ты сдох-то? Чувак залез на бочку, был у меня. Знакомая, блин, тема. Ну понял, о чем я. Ну ты ж кто-то заезжает на возвышенность, тебя постоянно убивает. Угу. Сзади. У меня самое страшное оружие. Да надо. У меня виски. Окей, here we go. Objective 1, wipe out the research in their warehouse. Objective 2, get the tank. Zion. I don't think any of us want Zephyr's murderous AI drones to be invisible too, so let's clean this whole place out. Let's wipe all that shit off the table. We're being paid to stop Avon, so let's stop him. Plus, creepy as it is, I kinda like a stealth tank. We can use it against Clifford, or sell it to Pinewood Sex Fair, to use the music video. If you see it, you can smash it. Спасибо, Рон. Ну, прости, я тебя люблю. Так, я третьего лица надо ехать. Когда целишься, задний бампер не видно. Мы сядем в эту прыгну. Там только заходить нужно. Упс. Я вас спас не кремат. Да. Да, вот. Он не постреливается, назад сдай. Да ладно, лучше проще объехать. А чё, ты куда? Ром, куда зайти можно? Я понял, мне еще не дошли пути. Это что за глюки, что за дырка называется просто не дырка. Обстреливаем вас. Ваншот. Там снайперы сидят. Да. Смотрите, я их хотел с ним. Остановился такой, расстреливай пацанов. Я поворачиваюсь, мне просто ебальник. Все, больше сегодня за руль не сяду. А нельзя их скрытно всех убить? Нет. Вот что за... Пробовали? На не, есть вот скрытные миссии, да, там все именно работает так, что ты можешь спокойно скрытно убивать. Okay, но это не она. А некоторые бывают, что, блядь, ты, даже если скрытно, yeah. Вот убил, все, все, блядь, тревогу подняли. Все, короче, задолбало, да? Просто тебе достал РПГ, значит, вот сюда. Рома там справится. Она, кажется, рядом упала. Рядом, но не совсем. Ты
А, что? Кто? Где он был? Внутри, наверное. Он что, лежал, горел, потом встал? Никого не было. Все уже прошли. Все уже вперед прошли. И тут мне в спину просто хуякс. Я только успеваю развернуться, а он около морды стоит этого грузовика. Горящего, блядь. Как он выжил? Адреналин 2 прям, да? Эстонец. И я опять с гранатой. Обезьяна. Слышь. Один хит на спральном оружии. Это же хит, он походу слышал о Маяге. Ром, я не совсем помню точно название, но он походу о Маяге задействовал. Так же она называлась, да? Это товарищ, да, я не помню.